Привет, дорогие друзья! Сейчас вам покажу квартирку, которую мы делаем бизнес-класса. Прям вот знаете, Майбах новый, самый, вот только вышел с салона. Прям цаца, прям. Вот это будет кайфовая квартира. Укрыли, значит, все около нашей двери, куда мы заскакиваем. Посмотрите. Чтоб сразу было видно, кто. Замок стоит около 300 тысяч рублей. И дверь 300. Итого 600. Слушайте. Верификация прошла успешно. Заходим, дорогуша, заходим. Тут у нас сразу транспарантик. Видите, как? С доводчиком. Все, не надо даже закрывать. Залетели. Нас встречает такая вот прихожая. Здесь, значит, мы сделали уже... Стяжечка пошла. Камера тут у нас смотрит, кто зашел. Конечно же, раковинка. Вентиляция. Везде вентилируется. Можно прям пыхтеть в квартире тут. Сигары. Электрика. Очень красивая. Вся работа, каждый элемент, стяжка, стены, электрика, гипсокартоновые потолки, вентиляция. Должна выполнена быть безукоризненно, потому что только в этом любовь. Посмотрите, какой храм. Чистая любовь тут. И, конечно же, супер-пупер дома. Это плитка. Знаете, сколько она метров? Ну, смотрите. Раз, два, три, четыре. Четырехметровая плитка. Тоненькая, их здесь очень много. Стоимость, вы представляете, сколько? И заносили, значит, через окно. Ну, потому что вы понимаете, да? Что вообще никак. И вот такая вот еще есть. Классная. И такая. Плиточку занесли. Она, значит, будет у нас на стенах. В два слоя потолки сделали. Надежно. Квартира огромная. Посмотрите, как все четко лежит. Здесь будут проводиться работы. Все четенько выстроено. Микроволновочка, чтобы можно было там запечься. Здесь вот такой вот кабинетик устраивается. Чтобы здесь на кабинете вацанить нет. Лестница. Здесь тоже уже подготовительные работы под потолки. Порядок идеальный. Просто идеальный. Ну, смотрите. А это сантехника из медных труб. Так вот все четенько сделано. Фильтра, редуктора. Здесь душевой трапик уже устанавливается. Посмотрите, как все красиво. Клиент находится, эта система антизатопа. Клиент находится не в стране, а работа кипит. Работа идет, сегодня воскресный день, воскресенье, шуметь нельзя, поэтому здесь мастеров нету. Бам, спальня. Сразу коробочки. Здесь, я так понимаю, плитка будет. Вот между этими коробочками дизайнерские радиаторы установлены. Бомба. Здесь, значит, у нас панорамное окошечко, там площадочка. Вот такой вот фасадик дома красивый. Здесь тоже радиатор влупили. Везде, заметьте, выдолблено. Как вы думаете, для чего? А выдолблено, значит, для скрытого плинтуса. Я так полагаю. Вот такая вот установочка сделана. Здесь, я так понимаю, тоже будет душик. Скрытая инсталляция. Здесь тоже будет протекать водичка. Музычка, все, здесь можно тоже посидеть, пока какакать. Нептун, это система антизатопа, чтобы если бы вдруг где-то капелька хоть одна упадет, вот эти вот на вот такую вот кнопочку, сразу пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи запищит и все краны автоматически перекроет. Не надо будет, мы за границей кайфуем там, прям на яхте, летим. Просто километров 180. Кепка слетает, да, ну, на эту кепку. А мы летим. А здесь капелька капнула, все перекрыло. То есть не надо волноваться о том, что происходит в вашем жилье. Вы можете там кайфовать до самого упаду. А работа будет сама
идти, это раз. А два, если капелька, ничего не случится. Видите, я от темы отвлекся, потому что увидел вот такой вот слой денег. Ну, точнее, гипсокартона. Вот так вот, дорогие друзья. Кто из вас хочет себе ремонт отбыть боссом, который вы наблюдаете, с любовью, с душой, когда все проходит на ура, все превосходно, красиво, качественно, порядок, ни о чем беспокоиться не надо, что у вас что-то случится, там, знаете, обычно строители это такое дело, контингент такой плохой, то обращайтесь к нам. И, кстати, мы уже запускаем свою школу ремонта. Мы будем обучать мастеров по нашим технологиям делать ремонт с нашими требованиями. И они будут у нас работать на объекте. Совсем скоро на нашем объекте будут работать мастера только с нашей школы. Вот такие вот новости. Хорошие-хорошие новости. Здесь тоже у нас... кухоньки, значит, вот такая вот красота. Вот так вот. Вот по этой ссылочке, где вы видите, если вы ее видите, там вся информация о нас, там можно забронировать нас и много чего о нас узнать. И даже книгу нашу купить. Поэтому всего доброго, всех благ, счастья, мира, любви, просветления, процветания вам желаю. Целую и обнимаю. Пока.